Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, открыть колоду, этого я уже сделал. Забираем награду. Пойдем быстренько пробежимся по серии испытаний. Так, мы уже зашли на второй круг, как ты видишь. Возьму, наверное, здесь Крэнга, Лео, Ваньку, Шредера и Усаги. Хочу вот такой командой поиграть здесь. Две волны. Так, Рокстеди у нас первый, да? Сейчас мы эту свинью, как говорится... Ой, я же показал кабана бомбить. Ёпарсы ты, ну. Хотел его на шашлык пустить. Ну, видимо, не получится. Давай, Лео, жги. Молодец. Бамс. Бамс. Две тышки в маузера, и он, как говорится, одупляется. Ну что, здесь у нас опять же... Кабан, носорог и хан. Ну, хан, по идее, должен сейчас упасть. По идее, должен, но он не упал. Давай так попробуем. Замечательно. Так, теперь массовую атаку от Крэнга. Именно ракетами. Но это не железо, а вот этого я, пожалуй-ка, пробью. Проникающим ударом. Бамс, все. Это мы пробежали с вами. Так, надо, я не знаю, ребят, сегодня мы в лиге, по-моему, Сёгунов 3 звезды находимся. Если меня вообще не скинули еще ниже, потому что я 2 дня не смог играть. Даже на выходном не получилось у меня. Сейчас глянем. Да, лига Сёгунов 3 звезды, ранг 14. А сегодня у нас что, воскресенье, завтра уже понедельник. Не знаю, как у нас получится попасть в топчик, мне кажется, что вряд ли. Так, теперь пойдем-ка мы, наверное, сразимся в боях ради нашего Рафаэля Ролевого. Так, будем прокачивать ему до 4 ступени. Нам нужно найти 5 кружек еще. Вот этих вот Динер Олимпия. Так, 2 есть, уже 3. Опс, тихо, не надо этого. 4 и последнюю кружку. 5. Все, ребят, 5 кружек нашли. Прокачиваем до 4 ступени. Мутагена нету. Вот дела-то, а. Нету мутагена. Ну что, я тогда предлагаю сделать следующее, ребят. Идти на арену. И... Хотел сказать бустовать. Ну, бустом здесь это не назовешь. Просто будем... прорваться вперед. Так, 68 и 65 уровень. Я думаю, что здесь для нашего Армагона... Блин, справится ли он один? По идее, должен. По идее, ребята, должен. Но он, по-моему, до 68 вплоть уровня бомбит всех с одной плюхи. Редкий случай, когда он может не уничтожить. Это очень редкий случай. Именно этот случай сегодня и произошел, да? Ну вот это, зачем я... Тогда все норм. Тогда все норм. Я думал, что Мондагека не справится. А он справился. Так, слушай, мы сейчас с тобой перейдем обратно в лигу... Кого там? В лигу Сёгунов? А, в лигу мастеров. В лигу мастеров мы сейчас попадем обратно. Это уже приятненько. Так, 16-22 берем. Здесь я возьму тогда, наверное... Да я возьму Армагона. Я возьму опять же Армагона. Лучше потратить один откат, согласись, да? Чем брать армию, как говорится, таких среднесортных бойцов. И попробуем сейчас бомбануть. Ну-ка, давай, Армагон, не подведи меня, красавчик наш. Да что ты будешь делать-то? Вот хоть один, но выживает. Но с сюрикенами вряд ли он его сможет подбить. Давай я, наверное, ускорю нашу команду. А, это не ускорение, это немножко другое. Я уже думал, будет больно. Но мы вытерпели. Давай вот этим вот, самым мощным ударом. Красава, Лео. Ребят, ну все прошло, как видите, хорошо. Без потерь идем. И мы уже с вами в Лиге Мастеров. Пускай пока и одна звездочка.
Ну что, давай мне 16-22. Есть такое дело, да? Ну, я, наверное, возьму, знаешь, какую команду? Вот, нет, все-таки эту. Думал взять рядышком. А там посмотрел Карайка. Она нам ни к чему. И, кстати, здесь, опять же, мы возьмем нашего родненького Армагона. И ты не удивляйся, почему я его беру. Потому что он имба. Крэнк, в принципе, тоже имбовый. Но сегодня будет у нас веселиться Армагон. Так, давай проверим, как он. Вот здесь красиво получилось. Вообще, без сучка и задоринки всех заразмобил. Кстати, в прошлом видосе, ребят, почему вы спросили, что комментарии открыты? Нет, дело не в том, что я их открываю или закрываю. Дело в том, что так как я снимал с камерой, и была моя физиономия там, из-за этого YouTube не поставил это в детский контент, понимаешь? Поэтому, если мы хотим, чтобы у нас в черепашках всегда были комментарии, мне приходится снимать все время с камерой теперь. А вот такие вот дела. Ну что ж, давай тогда. Они не хотят мне давать, да? 17-23, ладно, хорошо, хорошо. Я тоже это дело переживу. 65-й, 64-й, 67-й. Ну, 67-й Донателло уровень имеет. И даже 2 Донателло. Ну, я попробую сейчас все-таки, ребят, прописать плюшку, опять же, от Армагона. Потом, наверное, все-таки возьмем Крэнга. Я думаю, что Крэнг тоже нас не подведет. Супер Шреддер и Усаги могут нас подвести, потому что у них хоть и мощная атака, но они не всегда вешают постепенный урон. Вот в этом проблема вся. А эти хоть они и не вешают никаких дебафов, но у них мощная атака. Давай проверим сейчас Крэнга. О, подожди, тут уже 72-й, 71-й уровень. Ладно, тогда мы в помощь Крэнгу возьмем Карайку. Да-да, и именно из-за ее инициативы. То есть Карайка должна, по идее, исходить, наверное, первой. По моим прогнозам. Нет, все-таки Крэнг. Значит, Карайка будет на добивке стоять. Давай. Молодец. Ну, в принципе, ребят, идем идеальненько, как по мне. Идем идеальненько. Так, сейчас, наверное, 60 какое-то там место у нас будет. А, 60-е. Ну и продолжаем. Нет, давай уже 17-23, хорош. Ты уже раскололся, я видел, что было у нас такое. И он опять мне подсовывает 16-22. Ну ты посмотри, какой жук, а. Ну, жучара. Вот. Так, майки, я думаю, для нас, в принципе, не проблема. Опять же, восстановим Крэнга. Макман, уйди. Лезет он сюда. Раз, два, три, четыре. Ну сколько, у нас 70-е место, да? 60-е. Плюс сейчас еще поединок, это будет 50-е. Ну, Лига Мастеров, 2 звезды сегодня явно будет взято. А вот смогу ли я успею завтра перед откатом добить топчик? Вот это будет интересно. Это будет... Нифига он бомбанул, прикинь, 74 уровень. Смотри, сколько он у Крэнга отнял здоровья. Блин, я боюсь ханом-то его атаковать. Это же будет жестко. Ой, сейчас кому-то звезд... Нет, он бафает. Он бафает, это хорошо. Пускай он лучше бафает. Так, провокацию. Блин, ну он ушатает сейчас, понимаешь? Он ушатает мне... Ну давай попробуем. Может, броня. Так, хиляем. Ну давай, Крэнк, добивай уже его. Все, молодец. Я просто тянул время, я ждал, когда же до Крэнка дойдет очередь, чтобы он ударил. Так, ну давай 50-е место мне. Да ядрен, матрен, 53-е дает. 53-е. И опять начинает свою дурку врубать, а? Опять 16-22. Ой, было. Поспешил. Вот. Вот она командочка. Так, ну тут уже 74-й, 72-й уровень. Поэтому, друзья, берем Леонардо. И также я возьму наших маленьких милых маузеров.
Леонардо. Интересно, а кто будет сейчас первым ходить? Маузеры или Лео? Наверное, Маузеры. Да. Все-таки по инициативе они переплевывают Леонардо. А вот по атаке... Да, в принципе, и по атаке они тоже неплохо бьют. Если мы их докачаем до сотки, я думаю, что они вполне бы справились с этим отрядом. Просто ушатали бы их. Так, 44-я позиция. 17-23. Придется, наверное, нам взять. Но если я возьму Усаги, например, да? И кожи... Нет, кожеголову не будем брать. Вот, возьмем Зека и Усаги. Давай попробуем такой вот командочкой. Сейчас будет Зек первым ходить у нас. Ага. Лишь бы Усаги не подвел. А в остальном все ерунда. Ну, нормально, постепенно урон висит. Значит, мы выигрываем. Как-то так. Тридцаточку, давайте мне тридцаточку. Не 35-е, вот, 32-е, хорошо. Так, 17-23. Ух, короче, Рафаэль, Майки, Дони. Возьму, наверное, здесь Рахзара и Железноголового. Хотя мы можем, знаешь, что сделать? Вот так убрать и поставить сюда Карайку. Да, пускай будет Змея Карай. Я думаю, что Рафаэль ее, если что, защитит, прикроет, как говорится, своей... этой, как сказать, своей защитой. У нас еще Рахзар есть, но я на Рахзар не хочу ставить. Блин, или надо? Нет, можно не ставить, скорее всего. Давай просто ударим по Майке. Майк, как всегда, ребят, танец буги-вуги свой делает и усиливает команду. Замедляха сработала, отлично. Так, теперь берем провокацию. Мне, правда, он тот Рафаэль не нравится. Он может же захилять команду, насколько мы помним. И, честно говоря, не особо бы это хотелось. Так, минус. Да, он так и делает, он хиляет команду. Предсказуемый чепушило, конечно. Так, давай без массовых атак. Он бы мог, ребят, нам сейчас Карайку бы ушатать. Донни, Донни, отвали. Ну все, давай тогда хильнемся. Нормуль. И... ну давай уничтожим Донни. Плюс... оп. Ну, понятно, ты как всегда. Ладно, ушатываем. И остается Рафаэль. А у Рафаэля, как мы видим, еще и двойная атака, да? Висит. Но он не успеет ей воспользоваться. Не успеет. Даже если бы змея сейчас не забомбила, на нем все равно висел постепенный урон. Он бы отдуплился именно от него. Ну, а мы переходим на 22-ю позицию. Так, ребят, 34 отката, то есть хорошо мы накопили откатики. Это нам пойдет в плюс сегодня, в большой. Так, 17-23. Берем Бакстера, Донни, Кожеголового и... раз, два, вот так вот сделаем. Но тут главное, чтобы Кожеголовый не подвел. Ну и Бакстер, чтобы добил их потом. Я думаю, наверное, так и получится у нас. Да, отлично. Можно было, конечно, Донателло не брать вот в эту команду. В принципе, два сильных персонажа было. Но я перестраховался на всякий случай. Побаиваюсь уже рисковать. И двигаемся далее. Так, ну было. Вот, вот, 17-23, отлично. Значит так, я возьму Кренга. Возьмем Макмана здесь. Раз, два, три. 73-й, 74-й. Ну, у них Пит есть. Я надеюсь, Пит не будет здесь ставить уклоняху. Не хотелось бы, чтобы они имели уклонение. Иначе ты по ним, как всегда, фиг попадешь. Ну, Крэнк должен его ушатать. Да. И Макман на добивке. Все. Никаких проблем абсолютно нету. Погнали дальше.
Ну что, перейдем? Да, да, друзья мои, мы уже в Лиге Мастеров 2 звездочки. И еще дальше продолжаем играть. Так, возьму, пожалуй, вот эту команду. Богдана возьмем. Возьмем Богдана. У нас Армагон вместе с Супер Шреддером. Это ядреная гремучая смесь, поверь мне. Тут уж любая команда сляжет. Во-первых, Шреддер бьет довольно некисло. Ты посмотри, что он делает. Вообще красавчик. Ну и Армагон остается просто добить. Можно было даже запуск ракет сделать, они бы все равно все ребята крякнули бы на этом ходу. Идеальная победа. А по-другому и быть не могло. Итак, у нас 89 место. 17-23. Уже, по идее, должны давать нам 17-24. По идее. Но что-то жмутся. И вот здесь Хан 75 уровня. Я, знаешь, что побаиваюсь? Что он может выйти из-под контроля и нанести первым удар. Он же ведь может такое чудануть. Потому что инициатива у него неплохая. Вот. Вот почему я не стал брать слабенького персонажа. Он бы его ушатал бы. Если бы 50-й там или какой-нибудь уровень, он бы его нокаутировал. А так Сплинтер был 70-го уровня, поэтому пережил эту атаку. Ты вспомни, как они тогда нам ушатывались с одной плюшки. То одну, вот, то второго. Что-то мало мы берем кубков. Очень мало. Так, ну что, Армагоша, давай, выходи. Возьмем Слэша. Ай, опять этот стоит здесь. Трин, Матрен, Слэш, уйди. Опять Хан стоит. Раз, два, три. Блин, если бы не его инициатива, я бы брал бы там слабых персонажей. А так приходится, ребята, брать семидесятников. Ну, видишь? А, нет. Вот смотри, вот в тот раз он ходил первым. Почему? А почему сейчас Армагон ходит первым у меня? Может быть, там 74-й был уровень, а здесь 72-й? Наверное, из-за этого, скорее всего. Ему не хватило буквально двух уровней, чтобы опередить нас по скорости. 69-е место. 69-е место. Так, ну давай возьмем эту команду. Возьмем Кренга. Здесь не... Ну, тут есть Шреддер. Хиллер, да? Раз, два, три. Ну, не знаю, там насчет Шреддера. Я надеюсь, что все-таки Слэш будет ходить вторым. Даже первым. Почему он все время первым? Раньше он постоянно последним каким-то ходил. Сейчас начинает уже даже быстрее Кренга. Прикинь, даже быстрее Кренга он ходит. Я немножко удивлен, конечно, этому. Может быть, в Слэше у нас была проблема не в скорости, все-таки, а в атаке. По атаке ты сам видел, сколько он отнял. Чуть больше половинки хп у врагов. Крынгу пришлось добивать. Ладно. Ну что, берем здесь тогда Армагона. Плюс я возьму, наверное, Леонардо. Тут остался-то у нас шапочный разбор. Буквально три поединка и все. Было бы, конечно, неплохо, если бы мы хотя бы приблизились к Лиге Мастеров 3 звезды. Там пускай даже не хватило бы 5 кубков. Ну, где-нибудь 95-я, 98-я позиция, было бы шикарно. Завтра было бы проще намного. И в топчик попасть, и отыграть достойно. Но, опять же, это все под вопросом. За ночь, за весь день. Ну, как весь день, ребята? Если я сегодня проснулся, я проснулся сегодня поздно. Вчера допоздна сидел. Видосики снимал для второго канала. Вот. И это... Поздно лег, проснулся, но вот сейчас в данный момент половина шестого времени, вечера, половина шестого, это вот на данный момент. Играем. Ну что сегодня в планах? В планах сегодня, ребята, отыграть черепашек. Писали мне в комментариях, что в Stick War Legacy вышли два уровня, зайдем туда. Драконы всадники Олуха, наверное. Не знаю, будем ли в Tower Conquest играть. По идее, можно было бы, конечно, ну, Snap Marvel. Обязательно серию запишем. И, не знаю, Strike Force, может быть, поиграем сегодня. Может быть, обещать не буду. Но как бы в планах было. Или же про
продолжим некоторые игры с планшета. Игры на, ну, на iPad, короче. iOS игры. Продолжим, у нас там есть. Не забывай, что этот, как его, Безумный Король, да, стратежку мы с тобой еще так ее не допрошли. Да, там еще кое-что есть, что поиграть. Так что посмотрим. А может быть, опять пойду проходить сегодня Iron Harvest, очередную серию, может быть, залепим. Так, Frostpunk я прошел там один уровень. У нас новый уровень там будет доступен, может быть, его тоже пройдем. Ну, посмотрим, ребят, как пойдет дело. Планов у меня очень много, когда я вот я сижу так вот и играю. А все может поменяться в любую минуту, там, звонок друга или еще там что-нибудь, какие-то дела надо идти делать, и все сразу же накрывается медным тазом. Так, ну что, 28-я позиция, ребят, это очень хорошо, потому что мы, наверное, все-таки попадем с вами в Лигу Сёгунов, в Лигу Мастеров. Сколько там? Лигу Мастеров 2 звезды. Давай возьмем Кожеголового. Раз, два, три. Тут еще как раз на поединок у нас хватает. Но если мы возьмем по 15 ступенек, то да, шансы будут у нас велики. Если же не возьмем, то, наверное, где-то будет 90 позиции все-таки. Давай, Кожеголовый, бомби. Нормально. Так, смотрим, куда мы сейчас перемещаемся. Давай половину, ровно половину. Блин, нет, я хотел 14 место, но видишь, он дал мне 18. 17-24. Вот так вот, двух последних берем, наверное. Раз, два, три. И всегда у нас остается один неприкаянный боец, который не отыгрался ничего. Ладно. Так, там 18 место, но сейчас мы возьмем даже 10, да, где-то получается 90 будет, 90 может быть, 92 позиция, ну что-то в этом, в этих краях. Ну давай. Ну да, да, ребята, где-то 90 получается. В общем, завтра я в топчик зайду, плюс у нас 18 откатов. Нормально. Так, смотрим, что у нас по мутагену. 29 тысяч. По-моему, на кроликов не хватает. А, хватает. Все, ребята, 97-й позицию. Ой, позицию. 97-й уровень получает у нас кролики. Так, сразиться в 10 боях. Так, сейчас мы посмотрим, что нам еще надо на прокачку. Тьфу ты. Кролики же у меня прокачаны по скиллам. Нам нужен Рафаэль. Ай, совсем забыл. Ну, ну что поделаешь. Ну давай попробуем. Вот здесь 4 палочки надо нам для еды. Так, 4 палочки для еды. Ага, и последнюю. Ну говорю последнюю. Какой йо-йо, зачем мне йо-йо, вот. Нет, еще нужна. Вот так вот. Сколько тут? 300. Вот это можно, ребят, прокачать. Так, с... Да, по-моему, мы выполнили задание. Здесь заберем. Все. Так, нам не хватает буквально $1 для того, чтобы купить откаты. Можно, конечно, рекламу посмотреть. А можно, знаешь, что можно сделать? Так, а можно, ребята, продолжить искать. Так, Рафаэль, сколько у нас пиццы там осталось? 4 наушника, ну давай попробуем. А здесь же доллары, по-моему, не выпадают у нас. Ладно, я пиццу всю добью. Так, наушники хорошо идут. Наушники, даже перебор с наушниками получился.
Так, пульт от телевизора. Ну, по идее, тоже они должны. Все, ребят. Так, и остается у нас бой, испытание. Ребят, обязательно проходите, обязательно. Можно вот здесь вот попробовать. Давай-ка, рискнем. Так, так, так. Нехватка, ладно. Ну, блин. Острозуб, конечно, здесь вообще не в тему. Просто не в тему он здесь нам. Так, удар хвостом. Ну, так, мелкий упал. Бежим на вторую волну. Ну что, блин, массовой атаки нету. Давай так вот сделаем. В хлам их все. Да-да-да-да-да-да-да, друзья. Два брата-акробата. Гранитор и Трек. Вот они выходят. Ну, по крайней мере, их так в мультиках звали. Вот этих вот двух каменных големов. Правда, они там с этими, с гранатометами, по-моему, были. Ну что, кожа головы, выходи. С одной плюшки. Как ватрушки разобрались. Ну что же. Снаряжение, мощь. И поехали, попробуем. Нет, вот это вот надо мне. Так, жетоны. Опять же, снаряжение, мощь. Ноутбук. 30 жетонов. Еще 30 жетонов. Фонарь. 30 жетонов. Нифига, ребята. Это прям игра была в ударе. Надавала мне столько жетонов. Я просто, честно говоря, думал, что все-таки баксы мне выпадут. Ну и так доволен. Это, считай, 30, 30, 30. По-моему, 90 или 120 жетонов мы набили. Это неплохо. Ну что, друзья мои, на этом будем сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!